Откройте. Пожалуйста. Моя визитная карточка. Словеция? Что это? Это ваша фамилия? Нет, нет, это моя страна. Меня зовут Грушинский. Мой президент Борис Поченко считает, что в связи с торжеством демократии в нашей стране его дети должны быть приобщены к традиции западной мысли. Поэтому он послал меня в Соединенные Штаты, чтобы я привез самого лучшего учителя. Смелую, безжалостную к себе и готовую к смерти. Его превосходительство уважает подобные качества.